Конкурс на занятие вакантной должности директоров трех новых школ 125, 128 и 129 начался с недвусмысленного заявления акима города Габидуллы Абдрахимова. Он четко ответил на вопрос, сколько нынче стоит директорское кресло. За последние два года мы назначили около 15 директоров школ и заведующих детских садов. Кто из них может сказать, что заплатил за должность? Конкурсы всегда проходят в открытом режиме, полностью исключая коррупционную составляющую. Мы работаем по таким принципам и будем работать. Не стал исключением и этот конкурс. Претендентам предстояло ответить на вопросы как представителя отдела образования и родительских комитетов, так и главы Шымкента. Последнего очень интересовалось, с чего начал бы работу конкурсант, получил он эту должность. Если бы я был директором, то работу начал с кадрового вопроса, потому что школа без профессиональных кадров немыслима. Затем на постоянной основе проводил бы раз в неделю обсуждение всего, что делается в школе, каких успехов мы добились, что делается, а что нет. Нужно понимать, что в новой школе директор должен уделять внимание не только учебному процессу, но и благоустройству, решению коммунально-бытовых вопросов. Представитель родительского комитета Шымкента заметил, школа должна привлекать к учебно-воспитательному вопросу родителей. Только при соблюдении этого условия возможно добиться главной цели. Директор должен честно работать, он должен быть в постоянной связи с родителями, с населением района, в котором школа расположена, и постоянно привлекать родителей к решению важных проблем. Только вместе, родители и учителя, мы сможем воспитать всесторонне развитую личность. А сегодня, я считаю, задача школы состоит именно в этом. По решению комиссии директором школы номер 125 назначен Асет Абдинабиев. 128-ю школу возглавит Разия Абисимбаева. А Галымжан Алматов, несмотря на свой молодой возраст, ему всего 28 лет, займет директорское кресло 129-й школы Шымкента.